Ну что ж, ребят, всем добрый вечер и добро пожаловать на вечеринку трупов. С вами Валера, и мы Blood Drive'ем. Погнали. Собственно, продолжаем проходить четвертую главу и смотреть, что происходит дальше. В данный момент цель у Аюми найти 6 столпов. Пока что мы нашли 2. Это справедливость и честь. И вроде бы все. И, собственно, мы идем искать следующее. Дальше мы пойдем... Не знаю. Я помню, что мы взяли ключ в прошлый раз от насосной бассейна. Так что, наверное, пойдем туда. И посмотрим, что там. Приключения Псайкеров и имперских гвардейцев. Ну, типа того. Скажите, как со звуком, все ли нормально, не слишком ли тихо игра или мой голос. И, собственно, продолжаем, посмотрим, что дальше. Те, кто смотрит на Ютубе, не забывайте там лайкать, там рекомендовать друзьям, больше просмотров, больше лайка. Больше желания это пройти до конца для вас. Так что, нужна отдача с вашей стороны, если вы хотите полное прохождение. Которое будет сделано, если все будет хорошо. Может быть, в конце следующей недели мы ее закончим. В худшем случае, через 2 недели. И так далее. Так, Дельта, молчи, а то я тебя забаню. Пока что не до этого. Окей? Тихо. Что там еще? Привет, Делюкс. Привет, привет, привет всем еще раз. Погнали. Так. Спортзал. Слушайте, а спортзал, по-моему, находится в первом здании. В основном. Или нет? Черт его знает. Дельта, да, это большой спойлер. Не нужно об этом говорить, хотя я это заметил еще, когда посмотрел, что там находится в меню и сказал, тут походу будет второй опенинг, так что нет, это не спойлер. Наверное, все-таки. Короче, увидите. Хотя, что скрывать, да, есть второй опенинг, и он внезапно включается на одной там главе. А? Талисман реагирует на что-то. Окей. Там призрак застрял в стене. Это нормально? Скорее всего. Бесполезно. А у нас закрыто очень крепко. Да, но талисман загорелся в полную силу. Оно должно быть там. Наверное, ты права. Ладно, давай посмотрим, если мы сможем найти какой-нибудь ключ где-нибудь или типа того. Так, окей, тут у нас закрыто, значит нам не туда. Матеф, да пошла ты в жопу, я не буду ее ждать ничего. Давайте в этот класс зайдем. Может найдем талисман или что-то подобное. Дельта! Хватит задавать такие вопросы. А то реально сейчас мы избавимся от тебя. На пару часов. Пойдешь в уголке, подумаешь. Над своим поведением. Да блин! Твою же. Тихо. Кстати, ну знаете, что я нашел на Ютубе? Ну и даже не знаю, как это сказать цензурно. Чувак украл запись
прохождение корс-пати у другого чувака и... Ну, вы поняли, что дальше. Не хочу особо распространяться, но просто это, ну, забавно. Да твою же ж! Ок. Ну, Год Стив, тип того. Так, с нужным инструментом будет не проблема их. Блин. Блин, и что мне нужно найти? Ну, ребят, ну у нас был топор. Но топора больше нет. Ну, не знаю. Пойдем поищем тогда. Нужно найти что-нибудь, чем можно будет тут доски. Да, блин, можно было пройти там. Вроде бы есть где. Элипоид в расстрельный список. Ну, кстати, там ты тоже есть. На одного больше, на одного меньше. Ну, я думаю, может, еще один топор мы найдем, или типа того, хз, не знаю. Поищем, сейчас посмотрим. Нужно обыскать все комнаты. Да блин! Да нафига мне батарейки? Мне лучше бы талисман какой-нибудь. Да дыру проверяй! Окей. Сейчас подохну тут. Так, тут я был уже. О! Да здравствует свеча. Липой, смотри, чтобы что-нибудь хорошее, хорошо? 2D-шное. Самое главное. Так, давайте избавимся от призраков. Оп. И хоп. О, какие люди! Стифлер. Приветствую. Давненько тебя не видел. Да, Скаймал, Фумо 2. Не, все-таки 0.1. Слушайте, у меня чувство, что... Хотя я, блин, я вроде бы все тут осмотрел и ничего не нашел. Во славу свечи, Богу, да, и Богу Императору и так далее. Ну, Стифлер, ну, ты там полегче посмотри, а то, знаешь, все может закончиться довольно печально. Вот, кстати, один из мотивов, почему лучше не вывешивать чат на стрим, это то, что некоторые люди могут спойлернуть. Некоторые намеренно, некоторые случайно. Но лучше, чтобы это не оставалось в записи, чтобы не портить удовольствие тем, кто смотрит это в записи. Кстати, я тут вспомнил.
Я вроде бы не проверял вот эту комнату. Ну, Дельта, ты мне уже ничего не испортишь, а вот остальным людям можешь испортить. Если ты так сделаешь, то я поступлю с тобой по закону. А, ну, Максимус, я не буду распространяться, но если поищешь, то найдешь сам сразу. Ну, я хочу сказать к тому, что, типа, ну, не знаю, это неправильно. Хотя... Керрис. Давай, Липой, начинай. А то если не ты, то кто? О, кстати, твою же ж... Блин, вот я поторопился. Кстати, знаете, что я заметил? Что игру оптимизировали. Серьезно. Потому что, когда мы стримили ее в последний раз, ну, там было, ну, похуже, скажем так, с FPS-ом. Потому что сейчас она работает лучше, намного лучше, чем когда-то. Так, тут ничего. Я пришел ради бинтов сюда. Ну, замечательно. Так, что я еще не обыскал? Хе-хе. Ребят, да сегодня прямо день возвращения людей, которых я последний раз видел на стриме года два назад. Волрайдер. Приветствую. Сколько лет, сколько зим. Да. Интересно, кого еще сегодня принесет из старых добрых? Ты переувеличиваешь? Нет, Волрайдер, не переувеличивал. Блин, не смотри в чат, смотри на дорогу. Тут многое что изменилось, пока тебя не было. Не знаю, два года или сколько. Так, ну, Стифлер, если честно, ну, блин, я даже не знаю. Я просто в последнее время вообще ничего не смотрю. Знаешь, что я тебе посоветую? Скоро выходит игра God Eater 1 и 2. Вот советую поиграть в ней. В обе. Не, Волрайдер. Живу тут. Даже как-то стрим был по городу. И много чего интересного. Вообще нормально, нормально. Не жалуюсь. Замечательно просто. А ты чё как? Переехал в Италию? Да, Липоид, к великому сожалению, выходит. Ну, как говорится, слоупоком, слоупоки впереди планеты всей. Жрут объедки. Хотя это уже не объедки, это уже фекалии. Да блин, сколько этих сраных призраков тут, вы надоели мне уже.
А, ну, Алрай, тут изменилось по отношению к каналу там и так далее. Весь народ перешел уже на Good Game и так далее. Блин, что я пропустил? Я помню, что мне еще в спортзал нужно будет идти. Правда, я не помню, когда. Вот, кстати, по-моему, тут. Но дверь, блин, закрыта в спортзале. Мне нужен ключ. И я знаю, где я его пропустил. Прекрасно. Блин, фигня с призраками тут сделана реально через жопу. Это вообще, ну, весело, просто адово. Да блин, бегай уже! Ну, Уолрайт, ну я никогда не бросаю никого, так что... Само собой буду считать. Надоели уже. Фу. Да. Короче, ребят, я такой молодец, что после того, как в предыдущей комнате искусства, мы там сделали все, что нужно, я забыл осмотреть комнату и взять там ключ, он должен был валяться. А я его не взял. Ключ от спортзала. И потом нам нужно как раз к него и пойти. А, не, Дельта. Это называется используем преимущества, что дают мне эта игра. О, кстати, Липоид, хорошо, что скинул вот эту картинку из этой игры. Хочешь, я тебя обрадую? Вторая игра тоже будет на Пеку. Радуйся. А, да, и там перевод на русский первой части. Почти готов. Просто это как бы мои друзья, которым я немного помогаю с этим. Так что радуйся. Будет хороший перевод. Как надо. Правда, если они ничего не запортачат. Надеюсь. Счастье. Да не говорили это. Счастье прямо полные штаны. Ну, слово снова слоупоки впереди планеты всей. Что я могу сказать? А, тупые призраки. Во, уже подсказали название. Так, только вот теперь найти. Вот он. Ну, блин. О, а вот этим можно там попасть в этот.
бассейн. И, кстати, знаете, где находится ключ от спортзала? В двери... в дереве. Вот он. Как бы, мы должны были второй раз проверить дерево для того, чтобы вытащить этот сраный ключ. Догадаться с первого раза, ну, не знаю. Довольно неочевидно это. Да. Ну, ломом там сломаем деревяшки. Прямо Silent Hill какой-то. Ну, кстати, да. Надо бы все-таки, наверное, пройти мне Silent Hill 2. Просто там появился слух, что, возможно, будет... короче, PS4 версия. С блэкджеком и шлюпками. Вот, и, блин, если это покажется правдой, то это будет круто. Тогда я точно ее пройду. Ну, блин, какие 2 часа? Мы тут 20 минут от силы. Может быть, в записи это порежу. Не знаю, порезать или нет, вы что скажете? Эту беготню. Ой, я забываю постоянно включать чит на батарейку. Оп, ничего там. Это интересно. Ну, на стриме, да. Открыто. Ты готова? Кстати, ребят, вы видели в группе, я там скинул новые скриншоты из Sword Art Online Holorealization. Да. Если нет, зацените первый скриншот, там он просто топич. Выйдет игра, надо будет узнать, что они там сделали. У меня такое чувство, что я где-то видел это место раньше. Правда? Последний раз, когда мы приходили сюда, что-то я не припоминаю, чтобы тут был спортзал. Верно. Думаю, ты права. Что, черт возьми, это такое? Ребят, ну, я думаю, это очевидно, что это какуля. Это похоже на... Подожди. Ты собираешься сказать что-то отвратительное, не так ли? Да не, ребят, что тут отвратительное? Это мороженое. Господи. Ну, разрабы, конечно, молодцы. Блин, сейчас, секунду, у меня застрял что-то в горле. Что ты имеешь в виду? Разве это не похоже на мягкое мороженое для тебя? Это моя любимая еда моей сестры. Мягкое мороженое, окей. Господи, даже на японском они называют его софт крем. Что переводится как мягкое мороженое. Ну ладно, пофиг.
Что? Так значит, твоя сестра действительно любит мягкое мороженое? それこそ冬でも食いたがるぐらいでよ。見てるこっちが寒くなるぜ。 Да, очень сильно. Она даже ест его и ест это мороженое и зимой. А мне? Мне лишь холодно, глядя на нее. Элипоид, убери эту какашку, не надо это кидать. У нас и так много какашки тут в экране. Посмотри, Кишиномакуман, наверху. Ну, Максимус, да вся серия она такая. Что первая, что вторая, что третья. Первая и вторая еще хуже. Там, наверное, находится кристалл. Я увижу, если... Если я смогу подняться. Подняться. Ой, муча сунная. Ой, талант тебе, ты что, шутишь что ли? Нами, комиете муваташи, чиса на куро, кинобори токуи даттан дакара. Что? Ты думаешь, что я не смогу? Может, я не особо похожа, но если что, я была экспертом в скарабкивании по дереву, когда я была еще ребенком, знаешь ли? Вот этот столб, он довольно твердый, видишь? Так что это будет как раз плюнуть. Или как сожрать кусочек пирога. Ну ладно, это странно выглядит, как раз плюнуть и все. И все же, хотя... Ладно. Я подниму тебя на своих плечах, если хочешь. Будет легче, чтобы тебе начать карабкаться. Я на твоих плечах? Я не была уверена в том, что мне нравится эта идея. И мое выражение... давало ясно... понять это Кишинуми. Что с этим лицом у тебя? Ты просто встанешь на мои плечи для того, что ты смогла достичь уступа. Ничего такого больше, верно? Ну, хорошо. Привет, Хэппи. Дайджука. Ты в порядке? Агете. Да, сделаем это. Окей, опа. Блин, тяжелая она, как мешок картошки, наверное. А, это геймплей. Ну что ж, ребят, поднимаемся по этой спирали, по этому мороженому. Еще. Окей. Нужно излечиться от этого затмения или как его там. От этой тьмы. Теперь я ем мешок картошки. Таким она не была. Я взяла его! Я взяла кристалл! Заполучила кристалл. Хорошо. Ладно, тогда давай спускайся вниз. Окей.
Шинума посмотрел вверх на меня, но быстро отвернул свои глаза в тот момент, когда он понял, что с легкостью может увидеть все, что у меня под юбкой. Да что там смотреть, блин, труселя? Кстати, насчет труселей, у меня такая игра есть, но я не могу ее постримить. Там нужно спасти мир, найдя легендарные трусы. И главный герой там... Ладно. Он извращенец. Все еще ничего от Айко или Мицуто. Ей! Привет, Андрей. Я издала громкий визг, привлекая внимание Кишиномы. Окей. Не то, что как бы это... Не то, что как бы это имело какое-то значение, учитывая наш... позицию в данный момент. Да-да! А что случилось? Твою же. Человеческие руки! Тут человеческие руки! Внутри этого столпа. Очень много людей застряли в ловушке внутри их столпа. Внезапно я была окружена частями тела. Руками. И прядями волос. Которая состояла большей части... Из чего эта фигня состояла большую свою часть? Твою мать! И потом внезапно тошнотворная веселая карнавальная музыка начала испускаться очень громко где-то из где-то в этом сраном где-то из откуда-то из спортзала по колонкам. Звук был настолько большим. Старую запись, что игралась на фонограмме. В сочетании с группами теперь в буквальном смысле новые пути эта музыка была еще более тревожной, чем она должна была быть. Что такое? Я тону! Я быстро начал терять свои ноги, которые тонули в этом столбе, который должен был быть. Короче, я засасывал, как Шинозаки, спускайся оттуда, быстро! Ну чё, ребят, как вам музыка, нравится, да? Какого
тихо! Эй! Я все-таки не буду мучить вас так сильно. А, все, закончилось. Зрелище было очень нервирующий. Но он не дрогнул долго. Он продолжал вытаскивать, отчаянно пытаясь освободить меня от того, чтобы я не стала частью этого столпа. Это было странно. Ну как, ребят, чувствуете себя нормально, да? Ай, господи. Слава богу, закончилось. Что это, черт возьми, такое? Эй, ты в порядке? Да. Давай побыстрее выберемся отсюда, немедленно. Опять? Господи, какого черта? Эта музыка, блин, сводит меня с ума. Что? Эта музыка сводит меня с ума. А, ну, мне тоже. Вернемся обратно в школу. Хорошо. Ребята, это реально очень атмосферный момент, и в который действительно мы чувствуем всю боль персонажей, которые находятся в этой ситуации. Потому что у них болит башка и кровоточит уши от этого говна. И у нас у всех тоже. Блин, это реально хороший момент. В каком-то смысле. Фу. Ну а что насчет кристалла? Ты смогла его взять? Да, вот. Это кристалл столпа. Вы заполучили победу. Виктори. Круто. Так. А тут мы сделаем небольшой перерыв и потом продолжим. Сейчас начинается что-то интересное, надеюсь.